Здравствуйте, меня зовут Анастасия Куликова, и это первое видео из серии «Уроки камзаши для начинающих» под названием «История». Камзаси – это японские традиционные женские украшения для волос. Японцы начали украшать прически в период дзёмон. Древние прически были украшены тонкими палочками, втыкая которые, как считалось, можно снять с глаз. Позже, в период нара, японцы привезли из Китая украшения для волос множество типов и фасонов. Тогда же гребни и шпильки стали, в общем, называться камзаси. Современные камзаси подбираются под прическу и сезон. Существует множество классификаций камзаси по внешнему виду, по расположению в прическе, исторические, поддерживающие прическу. Мы более подробно поговорим о таком виде украшения, как цумами камзаси. Сейчас этот вид камзаси делают многие рукодельницы со всего мира. Цунами камзаси отличает от других видов украшений сложной аппликацией из кусочков ткани, защипываемой пинцет в треугольные лепестки. Исполнение цумами камзаси из множества мелких элементов требует аккуратности и кропотливости. Из-за того, что из лепесточков чаще всего делают цветы, цумами камзаси также называют хана камзаси, в переводе «цветочные камзаси». Для производства аппликации обычно берется натуральный шелк, причем чаще всего мастер окрашивает его самостоятельно. Цунами камзаси со свисающими цветами называется сидаре камзаси, в переводе «развивающиеся украшения». А теперь я представляю вашему вниманию фильм, в котором показаны все этапы создания камзаси, от окрашивания ткани до готового украшения. Приятного просмотра!
Если вам понравилась идея о создании серии видео «Уроки канзаши для начинающих», то ставьте лайк, добавляйте это видео в избранное, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие уроки этой серии. Смотрите второй урок из серии «Уроки канзаши для начинающих» под названием «Инструмент». До свидания.